Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня немного неожиданное видео. Из славной республики Крым пришел запрос на упаковку под вакуум в пластиковых бутылках перловки, гречи, лущеного гороха и прочих круп. Что я сделал? Я пошел в магазин и купил пакетик лущеного гороха. Несколько. Вот бутылка из-под воды «Святой Источник» газированная. Я сюда это пересыпал. Давайте посмотрим, что получается. Берем крышечку. Как обычно, мы ее закручиваем. Накидываем и закручиваем. Берем универсальную головку в редакции исключительно для бутылок. Включаем источник вакуума. И одеваем головку. По звуку слышно, что вакуум высасывает, будь здоров. Снимаем. Докручиваем пробку. Выключаем источник вакуума. Что мы видим? Полностью закупоренная. Очень плотно. Значит, хочу сразу сказать. Можно закупорить 2-3 раза, но не больше. Потому что все-таки мягкий пластик, и она здорово очень мнется. Ну, как видите. Теперь послушаем звук открывания. Смотрим. Ну, как видите, все стало мягче. То есть универсальный вакуумный укупорщик может еще упаковывать в пластиковые бутылки продукты на длительное хранение. Так, а сейчас посмотрим, как можно завакуумировать другую бутылку. Из этой бутылки, вот с такой пробкой, мы пересыпали в бутылку из-под минеральной воды Байкал. И у нее пробка более крупная. Ну, давайте посмотрим. Да, вот Байкал. Точно так же набрасываем пробочку. Берем универсальный вакуумный укупорщик, одеваем на бутылку. По звуку слышно, что идет вакуум отсос. Закрутили. Вот сейчас на большой пробке посмотрите, как эту пробку утянуло внутрь вакуума. Видно, да? Она вообще ее выгнула туда. И вот эта бутылка полностью стала кирпичиком. И отлично абсолютно ее закрутила. Видите, что она полностью утянута и полностью заделана. Давайте ее приоткроем. Пробочка выпрямилась. Спасибо за внимание.